В Туркменистан вернулась первая группа паломников, выполнивших священный обряд хаджа в священные города Мекку и Медину в дни празднования Курбан-Байрама. В Мекке, сердцевине исламского мира, паломники совершили обход вокруг Каабы, главной святыни мусульман, и 7 раз пробежали между холмами Сафа и Марва. И паломники вместе с мусульманами со всего мира выполнили один из 5 столпов ислама.